В общем, если бы мне дали такие бразды, я их сразу отдала, потому что каждый человек на своем месте должен быть профессиональным человеком. Для для этого я должна была еще со школы иметь такое вот желание, стремление к именно такой творческой деятельности и, и, и не творческой государственной. Я считаю, что Сейчас все очень правильно движется а, у нас, и а, ее не так много коррупции, как они пишут специально этих пугалок о коррупции. Я, например, читаю чуть ли не каждый день о а, коррупции в Европе, в Швейцарии, в Германии, а, в этой как ее, в этой Америке. В этой. Я ну, не очень люблю... Американцы замечательные, но вот политика этого государства э, далека от того, чтобы я хотела вообще даже туда поехать. Вот, поэтому я считаю, что сейчас мы на, мы на правильном пути. Единственное, что мне кажется, что ничего коррупцию не уничтожит, кроме того, чтобы э, эти люди наконец-то поняли, всех денег не уворуешь, а построенных домов за границей, ты во всех в них даже не успеешь пожить. Единственное, что... Обратите внимание, товарищи, те, кто вот коррупционеры, такая маленькая наша коротенькая жизнь. И человек живет даже после смерти столь долго, сколько его помнят. А помнят только за добрые дела. Крайне редко ну 5-6 человек помнят за злые дела. Но ну, вы же не хотите, чтобы вас за злые дела помнили. Ну хоть что-то сделайте для своей страны, чтобы вас уважали. И это, мне кажется, самая главная миссия той души, которая приходит и рождается в теле на Земле. И Бог прислал вас именно в Россию. Для чего? Подумайте.